Всем ку! С вами вновь Билли, и мы залетаем снова в Человека-паука. Не-не-не-не-не. Коп-паук. Во. Правда, я немножко чуть раньше запустил. Вот. Как раз когда заставки все начинаются. Insomniac Games. Marvel. Блин, надо было в первом еще выпуске это все показать. Все-таки это так... Я когда слышу звук марвеловский, вот этот титры, где там все супергерои в этих буквах пролистываются, у меня прям все поджилки трясутся. Ну, блин, это то, что вот тут как бы надолго. Так, мы с вами прошли, получается, на 7%. Вот. И... продолжить. Блин, 7% это довольно-таки серьезно, мне кажется. Типа, я только начал, а уже 7%. Ну, посмотрим. У него какие-то точки на обуви теперь. Теперь хоть приземляться удобно. У него каблук есть, ля. С каблучком у него обувь теперь. Армирование добавили, получается, еще и вот сюда ему он сделал. Ну, вот сюда, на руку. Вот сюда, на руку. Так удобнее, наверное. Итак, коп-паук выходит на Ахиту. Добраться до точки съемки. Тут сигнал не ловится. Надо поискать другие вышки. Точка съемки. Мы что, еще и фоткать будем? А, Паркер же это... подрабатывает этим фотографом вроде бы. Мои преданные слушатели, щеткоголовые, как они зовут себя? Извините. Хотя я не понимаю, почему. Вспомнят. Так, а где бандиты? Я знал, что в городе устанавливают жуткую систему наблюдения за преступностью. Так вот она не работает. А, вот почему сюда, наверное, надо. Потому что кто-то пришел в себя и понял, что нарушил. Наяриваем. Ну, в смысле, врагов. А не просто наяриваем. Чё, всё? А нахрена я функцию костюма завязал? А, не, не все. А, вот теперь все, да? Драка не зарабатываете, в драках нападение. Погибаете. Жетоны преступления X2. Обычно тут всегда тихо, на крышу залезло. Ну да. О, уровень 4. Maybe я могу прокачать? Ну-ка. А, вот он, навык. Замедление времени перед смертельным ударом, дающее вам шанс уклониться от него, доступно только один раз за бой. Я хочу это вкачать. Это, грубо говоря, чит-дес. Чисто я механики Вова и вообще ММОшек переношу на Человека-паука. Так, направляемся теперь в точку съемки. А, чуть не врезался. А за что он уцепился сейчас паутиной, мне вот любопытно. Опа. Старый добрый Empire State. Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку. Фоточку? Ну давай. А куда надо наводить камеру? Вот я навел. Или куда надо? На само здание? Я не понимаю. Так. Объект в кадре. А, вот так надо. Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. А, он ушел из Бьюгла. Достопримечательности. Фотографируйте городские достопримечательности для получения жетонов достопримечательностей. Ну, логично. А, так их тут, ёбнешь, много, в общем. Одна из 16. Это мистер Ли. Мистер Ли. Алло? Питер, это Мартин Ли.
Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. А как я должен посмотреть, что творится? Используйте город. Новое побочное задание? Так где? У нас происшествие. Мэдисоне или Мадисоне? А куда мне топать-то? Я немножко не понимаю. На карте ничего нет. Вот что-то есть. Это что такое? А это вышка? Давай расшифруем. Послание инопланетян. О. Вышки в районе, одна из трех. Ну, пойдет. Ну все, все, расшифровали. А, это можно пропустить, оказывается. Там вон рюкзак вижу. Нет, нет. А как куда-то в конкретное место мне... А, наверное, вот там сверху. А где? Что-то не чувствую. Мистер Ли? Питер, у нас все готово, ждем только тебя. Отлично, уже в пути. А где рюкзак? Не вижу рюкзак. Maybe пониже? Тут что-то тоже ни хрена нет. Maybe тут? Вооруженное ограбление. Ответьте. Нужно подкрепление в Брайанте. Подтвердите. Я забираю рюкзак. Слушай, ну где-то рядом. Бегун по стенам. Не, где-то снизу он. Только я не пойму, где. А, вон он. Все, забрал. Паучий детектор. Диапазон работы паучьего датчика слишком мал, чтобы его применять. Зато я смог применить ту же технологию для моей... Ну, понятно, молодец. Так, куда мне? Мне вон туда. Ждут только меня, как сказали. Плюс погоня какая-то. Жажда скорости. То есть я могу просто перемещаться по городу, и это уже будет своего рода прокачкой. Да? Юху. Нормально. Блять, чуть-чуть бы... А, стоп. Где тут? Что? А, наверх? Ну, давай мистер наверх. Мартинс, если вы насчет аренды... Мистер Паркер, это звонок, третье и последнее предупреждение. Процедура выселения... Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я... О! Да, блядь. Отвлекает своими процедурами выселения. Все? Считается за победу? Фиск бы не выпустил этих клоунов на улице. Стоп, что это я такое говорю? Я что, соскучился? Нет! Сука. Я что, соскучился? Так, судя по всему, это где-то тут.
Куда ты свой гребаный портфель забабахал, чел? Так, ну тут что-то не видать нигде. Может, на самом верху? Да вроде бы нет. А где тогда? Тут точно нету нигде. Или есть? Внимание, только что произошло ограбление. Нужны машины в Граммерсе. Подтвердите. Машины в Граммерсе. Это где, блядь? И где он? Я его не вижу, он даже не подсвечен как-то. Но звук вообще был наверху, если я не ошибаюсь. А я вроде бы не ошибался в этом плане. Не, будто где-то снизу, но где? А, вон. А, можно было кнопку нажать? А я даун. Сразу не понял. А, вот он где был. А, неудачный прототип. Пытался создать прототип паутины в Аскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Не вышло. Ну, бывает. Ладно, я уже рядом вроде бы. Пидет? Вроде пидет. На месте? На месте. Так. Куда? Ладно. Хочу на преследование посмотреть, что это. Блин, что-то... Такой себе из меня... Спидранер. Наушник еще спадает. Надо остановить их. Остановитесь, или все кончится плохо. Мы ничего такого не сделали. Мы напали на магазин, связали подъезд и отрезали машину. Экзамен не сдам, прав не получите. Что-то я нажимаю кнопки, но слегка не понимаю, что надо делать. А, я все правильно сделал. Да твою ж мать, ну... Надо быстро было. Сейчас пик в Манхэттене, это не шутки. Преступление бандитов. О, и рядом, кстати, я с квестом. И что тут? Вот сюда же? Да, на месте. Или... А. Вот сюда надо. Где вход? А, вот вход. Что, переодеваемся? Питера Паркера? Питер Паркер. Ну, я вроде как на месте. Опять в этой рубашке. Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. И шо, мне к нему надо прям идти? Или можно самому тут походить? Ну, вроде тут ничего особо интересного нет. Типа, паучье чутье активировал. Эй, Пит, рад тебя видеть. И я. Здорово, кто бы ты ни был. Мужик в шапке. Хотя я в панамке вообще. Может, нет, такая же шапка нужна? О, шахматисты. Привет, ребята. Как игра? А как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм, Пит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Я так веселюсь, надирая ему зад. Мечтай, мечтай, чокнутая. Хочешь сыграть, Пит? Играем на орешки. Не-не-не-не, я не потяну. Тем более на орешки. Вы охренели, я орешки не дам никому. Мои орешки, сука. А чё тут?
Что за мистер Ли вообще? Я так понимаю, это как раз то место, в которое... У меня были суперсилы? Никакой борьбы с преступниками. Карьера телезвезды. А, ясно. Сюда мы направляли этого. Женщину, которая... Короче, ей сказали, типа, вот там вкусное что-то готовят. Оладьи, по-моему, да, что-то такое. Она такая, ля, оладьи. Люблю оладьи. Мама делала их в детстве, что-то такое. Что-то я не вижу тут ничего интересного. Хороший приют. А, это приют для бездомных. Слушай, а выглядит, ну, очень даже солидно, если честно. А это что? Да, мне нравились лошади. Но разве только мне? А это чё? А, это Питер маленький? А, это Питер маленький и типа... Тётя, это кабинет тёти Мэй? Ну и дурачком я был. Ну вроде ничего такого. Нам есть чего стесняться. Ля, ну он, кстати, по-доброму к этому отнёсся. Круто, когда... Такие фотки есть. Опять же, Питер и... А, дядя Бен. Можно проверять. Паучьим чутьём, как я понимаю. Вроде ничего особенного. Ладно. Тут мы все исследовали. Эй, я получила работу. Работу получила. Молодец, хули. А, мне туда? Ну ладно. Это вниз надо, походу. Я просто после работы... А, это и есть мистер Ли. Можно с ним поговорить. Привет, Питер. Как оно? Это кто так, говорит? Зашел? Это кто говорит? Эрни? Я просто после работы, но так сильно хотел поиграть, что не смог сдержаться. Так, ну в зале вроде ничего примечательного нет. Правильно? Вроде да. Вот, наверное, Эрни. У него внешний вид отличается от всех остальных. Мартин, простите. Мартин, опоздал. Простите, так опоздал. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Кого? Тетю Мэй? Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Да, она все понимает. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я много должен за квартиру, но нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. Да, но... У вас были бы чудесные детки. Эй! В чем дело? Вот сразу видно, взрослый человек. Давай, расскажи. Цели ставит перед своим ребенком. А ребенок только и думает обо всякой хрени. Эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Блин, такие теплые слова. Впереди много работы. Это очень добрая сцена. Во-первых, он ей сказал очень добрые вещи. Плюс этот Мартин сказал. Тортик, конечно, дешевенький. Крема мало. Хлеб какой-то не особо вкусный. О, я хотел бы сделать больше. Но главное слова и внимание. Ты помог одному? Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром?
О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер, и вообще, это правда важно. Хм. Закончил, конечно, он разговор этот не очень. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Привет, Пит. Твоя тетя в другом конце здания. Могу залатать эти ботинки. Еще послужат. Так, а что, с тетей я уже поговорил. Мне к тете не надо, наверное. Что, здесь можно выйти? О, можно мотать чуть-чуть камеру. Сделали интерактивное меню загрузки. Необычно. Вау, вот это технологии. Какой-то он маленький в такой позе. Пройдено. Шо, слушай, сообщение от Юрия. Голосовое от Юрия. Юрий Ватанабе. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Имущество Фиска. Господи, ночной город еще более красивый. Ну, не прям красота неписанная, нет, ну, просто прикольно. Реально так прикольненько. Вау. Шо, далековато мне, кстати, челемякать. Питер, на вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию, прости. Не извиняйся, просто знай, то, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Питер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я не знаю, что сказать. О, кажется, мистеру Ли нужна моя помощь. Мне пора. До скорой встречи, дорогой. Я тебя люблю. И я тебя. Блин, очень крутые взаимоотношения, конечно, у них. Такие вещи надо ценить. А еще... отдельно от себя хочу сказать, что... Так, наверное, спасем людей тут. Нападение это мы пресечем сейчас. Грабеж, пора вмешаться. Хотите драки? Короче, я что хотел сказать. Короче, люди, которые говорят, я сомневаюсь, правильно ли я себя с тобой веду. Это очень крутые люди, потому что они думают над тем, как себя им вести стоит. Не все люди вообще задумываются над тем. Типа искать кому-то подход и так далее, а тут видишь. Круто. Шо, все? Подкрепа? Ты шо, водитель их? Пришел. Че там женщина сказала, без Фиска такого бы не было? Охренела? Совсем. Он сказал по-английски? You okay, my boy? Эй, ты придурок в маске. А в лицо свободно сказать такое? Так, стоп. Что это? Ты шо, флёпнулась, как мешок с говном? Это было смешно. Ладно, думаю, надо тут тоже помочь. Это последняя перед миссией уже. Да где кого грабят? Я не вижу куста. Кого сфотографировать? На, сразу битый мне. Мимо. Давай же, ну. Блин, с битыми челики довольно сильны. Правда,
ваншотнул я не того, кого следовало бы. Все? Чисто? Каждый уличный гопник мнит себя вторым фиском. Каждый уличный гопник мнит, что у него большая писка. Вот так бы я сказал. Тоже в рифму фиска, писка, ну, вы поняли. Так, залетаем. Что у нас тут? Да ёб твою мать, запутался в наушниках. Коп, паук, снова в деле. Опа, что происходит? Я теряю терпение. Чего в маске? Это демон. Папка. Здесь кто-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все. И мамку. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, мэм. Так, мне надо без палева это сделать. То есть эта миссия точно по стелсу, правильно? Нужно по-тихому, чтобы никто не услышал. Да я отклонил в сторону стены, он не ползет по ней. Да как мне залезть-то на стену, вы серьезно? Да я не хочу прицеливаться, я хочу залезть. Как залезть на стену? Меня бы уже миллиард раз заметили. А, наверное, можно на балку опять залезть. Или нет? Что делать надо? Что-то я не понимаю, что надо делать, гайс. Я не могу никуда залезть. И не могу нажать ни одну кнопку. Ну да, сфоткать, наверное, это важно. В нужную точку прицелиться. Ну давай. Вот вроде ваза есть. Может, вазу надо разбить? Мне кажется, я зря спустился. А может... Короче, ясно. Тут был триггер, походу, какой-то игровой, который я проебал. Короче, эта игра вроде дает свободу, но порой есть такие моменты, когда ты теряешься. Мне, походу, не надо было спрыгивать. Ну да, и рот ты ему закрыл сразу. Осторожно. Ну-ка, вот так сделаю. Увидит ли он? Подойдет сюда. Сейчас развернется, и я его поймаю. Я 看到人了，出老公了。
Походу, я это зря сделал. Пуля и стелс. Проверяй. Ну ладно, вроде как справились, но при этом он вроде тревогу поднял. Камон. Мне не очень нравится эта система стелса. Я не могу по стенам лазить нормально. Папка, наверняка у нее. А, нельзя было залезть? Если они здесь, то где же они? Ян Джин Джин Дадя. Эти опасные. Походу. Если вы нападете на врага со значком опасности, вас заметят. Ну, короче, я так и хотел паутины отвлечь, да? Так, а чё? Куда стрелять? Не дает он стрельнуть. Вот, я выделил. Я уже прицелился. Ля опутал его. Да не ори ты, придурок. Ты не доживешь до рассвета. Эй, а что это? Где? А что это? О, камера. Это принадлежит. Стоять. Знаешь, если бы мне платили за все стоять. Опа, здорово. Эй, Пит. Эй, Пит. МДжей? МДжей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Работаю. Ну, или работала. О, кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. О, 15 минутами ранее. Флэшбэк типа? Что-то Мэри Джейн какая-то не очень красивая, если честно. Ну, такая обычная девушка. Обычно просто делают прям... Простите. Ну, вы поняли, очень красивых. Я Мэри Джейн Уотсон освещаю продажу коллекции Фиска. А тут она довольно-таки обычная, приземленная. Крейг сказал, что встреча завтра. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже опа. Не знаю. Может, того экспрессиониста? Знаете что? Я думаю, сегодня получится. Вы уверены? А, так, а... Мы здесь, зачем откладывать? Спасибо. Крейг? Забудь. Порядок. Интересно, кому она набрала? Давайте приступим. Ясно. Осмотритесь тут и ознакомьтесь с предметом. А, то есть я ей прямо управляю так? Сейчас. Интересно, а сколько вообще игровых персонажей в игре будет? Можно осмотреть тут что-то? Ну, давайте посмотрим. Так понимаю, это какая-то выставка музейная. Ну-ка, камера мешает. Симкария. Что-то было в новостях? Почему она тоже может так осматривать? Роскошный товар из Симкарии, предназначенный исключительно для королевских особ. Сигары ручной работы. Реклама сигарет. Сигар, точнее. О, броня самурая! Офигенная! Зачем только там рот нарисовали? Вся история мира — это просто игры мальчишек, которые хотят подраться. Ля, я бы в таком хотел костюме фоткаться. Доспехи татами, 15 век. Эти доспехи носил молодой Ронин, бросивший вызов деспотичному узурпатору. Блин, какие же охрененные доспехи. Блин, тут сглаживание довольно сильное, когда двигаешь камеру. Мне не очень это нравится. Ва.
Круто. Я бы хотел такие доспехи себе. Ну, по факту мне бы негде их было применять. Но, блин, прикольная же штука. О, катана. Катана 14 век. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. А. Пит смог уйти. Я нашла его у дверей почти мертвым и еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой МДжей. Охренеть, тут еще и какие-то воспоминания прикольно. Катана, приписываемая мастеру Масамуне, рукоять заново намотана в начале 19 века. Масамуне? Что-то мне ни разу вот эта вот подсветка серым не помогла. Что-то там узнать. Доспехи татами. Фиск, похоже, почувствовал родную душу. Делай то, что не станут другие. Самоконтроль — это не про него. Это такие же доспехи, по-моему, просто. О, там еще что-то можно исследовать. Ой, извините. Театральные маски. Я понимаю, 18 век. Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать. Да, это моих рук дело. Но мне бы точно хотелось это сказать. Но он не такой человек. Коллекция масок театра, но и кеген периода Эдо. Самый примечательный из них является маска Баку, демона с печальными глазами. А какой из них с печальными? По центру который? Или, слева злой, так что, наверное, печальный это первый. По центру который. Пинаю ваши коробки тут. Так, ну вроде все. Тут все исследовано. А, тут еще что-то есть. Оу. Гобелен. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжения между двумя фигурами. На нем изображены два стража Нио. Мисяку Конго и Нараен Конго. Ничего особенного. Пейзаж в массовом пошелку. Киото. Красота. Иногда я хочу бросить все и просто путешествовать. Здесь изображены путники. Работе и всем остальном. Ну, это все так бы хотели. Но всем приходится работать. Здесь изображены путники на окраине Киото. Вот я благодаря видеоиграм могу даже немножко попутешествовать, так сказать. По пиксельному вымышленному миру. Виолончель, 18 век. Как это называл? Ванесса? Милан или Болонья знаменита тем, что принадлежала Бенито Муссолини незадолго до его смерти. Ого. Скажите, как будете готовы. Хорошо. Сейчас будем готовы, не ссы. Резьба по дереву. 19 век. Журналистские расследования старой школы. Она мне нравится. Ну, естественно. Как же женщина не похвалит другую женщину? Изображение юной девушки, которая разоблачила злодеяние правящего рода и вызвала его крах. Правящий род. Таких не любят. Таких не любят. Трость. Эта трость меня бесит. Безвкусица. Раритетная трость со скрытыми элементами, украшенная драгоценными камнями и жемчугом. А где жемчуг? Камень-то может там в рукоятке, а вот жемчуг хз где. Так, туалеты. Тут что-то за ширмами все. Вот вам можно подняться? Можно же? Да, можно. Колокол Бонси. 17 век. Хотелось бы в него позвонить. Согласно легенде, звон этого колокола слышен в подземном мире. Алло, Аид. Сколько я дам за эту коллекцию коварства и обмана? Начнем торги с 10 тысяч разрушенных жизней. 10 тысяч раз. Комментарии иногда и лишние, Мэри. Ваза. Мэй бы это понравилось. Да, я ведь скучаю по Мэй.
наполненная ваза периода Мэйдзи в стиле Имари. А что за сундук? Там шмоточка лежит. Мимика там нет, надеюсь, как в Dark Souls. Кек. Ладно, вроде бы все осмотрел я. Где-то были даже интересные комментарии, а где-то комментарии были дерьмовыми. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеймон. Красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. Неудобные вопросики. Этот изысканный шедевр – характерный пример традиционной техники Тарасекомы. Эти два Нео впечатляют. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Конечно, не слышала. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Знакомый из прокуратуры как-то сказал, что Фиск там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Знаете что? У меня не так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт, подождите здесь. Конечно, подожду я. Ого, стойте. Это же... О, сфотографирую. Этого не должно быть готово. Крэг, я перезвоню. Красиво. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно. Идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Зачем ты идешь в это, в стену? Место в последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Ну да, так я и позволил тебе тут перезвонить этому Крэгу. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет, она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупной статьей. Что значит, ему пришлось перенести? Если врага что-то встревожит, он пойдет посмотреть, в чем дело. При этом над его головой появится значок, что вас заметили. Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Кто проник в мою галерею? О, господи. Тихо. Ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Может, она пройдет дальше? Совершенно верно, это угроза. Ага. Как она меня не заметила? Что за бред? Точно, Крэг. Ясно. Она идет сюда, а я, наверное, смогу тут пройти. Я тебе не верю. Нет. Да иди уже куда-нибудь. Ага. Ага. Ска. Точно, Крэг. Она знает, что я тут или что? Ясно. Я тебе не верю. Опа. Ага. Ага.
Точно, Крэг. Ясно. Я тебе не... Вообще без палева. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Но как? Нет ли здесь каких-нибудь подсказок? Эх, зэ. Ну-ка. Нио там, за ними. Но выглядит по-другому. У него... Стоп. У него ладонь по-другому сделана. А еще что-то есть тут? А, вот можно тут исследовать что-то. Короче, левая рука поднята, а правая внизу. Она точно с Фиском заодно. Так, а чё, я не могу ничего делать, получается, со статуей. Мне надо ещё что-то почитать. Тут ничего нет. Может, ящики открыть можно? Не, нельзя вроде. А, можно изучить. Эта статуя двигается. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Ну давай. Может, части можно двигать? А рот именно нельзя? А как поднять руку? Нельзя руку поднять? Как еще раз там было? Я не помню. Скрытая сила? Ну давай, посмотрим. Короче, левая поднята вот так. Это внутрь. Ну, вроде понял. Давай попробуем. В каталоге упоминались две позы. Рот закрыт. Левая рука вниз, правая ладонь вперед. Может повернуть голову? Вот. А, вот так? Почти. Но чего-то не хватает. А, сирета можно? Я их уже видела. А что из этого надо? Ну-ка, может, на брошюрке было? А, в левой руке у него какая-то хрень. Ну-ка. По-моему, вот это. Нет? Или не она? Maybe вот это? Давай возьмем ее. Нет, не так. О, камон. Ну, значит, правая. Ну-ка. Наверное, да. Да возьмись уже. Берем эту хрень. Там, наверное, по весу определяется. Вот так. Да? Ну вот. Норман Осборн. Что это? Дыхание дьявола. Что за дыха? Что там? Ого. Ворвались эти челы в масках. Извините, сэр, вам нельзя. Можно. Плохо.
Где эта статуя? Где детонатор? Вон там. Блин, они сейчас к ней пойдут. А ты знаешь, да? А нас ты взяла тут документы. И смоталась. Ля шустрая. Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но я не вынесу ее отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги. Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Ах. Именно так она представляла, ну естественно. Она что, сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Ой, все, одурманился. Да. Сразу видно, любит. Конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Так, вот рядом никого. А еще ничего не знаю, начина. Там так, чел. Я спряталась у входа. Готова действовать по твоему сигналу. Хорошо. А что в той папке? Почему она так нужна этим парням? Безопасно. По так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Пора вытащить тебя вместе с папкой. Держись. Потихонечку. Ну вот сейчас мне полную свободу действий дали. Я управляю всем, что делаю. И это хорошо. Так, здесь вроде был еще один чел, но я его не вижу. По сути, тут было два врага, я их убрал. Ну-ка, сделаем вот так, наверное. Лучше помолчать. Там, правда, на глазах у другого это происходит. Соберись, Пит. Паутины это хватает на все, надеюсь. Так, тут чисто. Ля висят. Так, тут вроде никого нет. Запрыгиваем наверх или тут нельзя наверх? Походу можно. Вот на эту хрень можно. Мы никому не позволим помешать нам. Шо, не слышишь, что ли, блядь? Погодите, я что-то слышал. Потихонечку. Много барахла. К стеночке припечатали. Так. Барабаньки. Ну вот и все. Что-то с одного удара он вырубился. МЖ. Нашли ее. Серьезно? Еще ударил? Ах ты сука. Стой! Нет. Прячься! А чел с бумажками убежал? Брать заложников нехорошо, ребята. Тут еще один сзади. А, тут вас много в целом. Ого! А что за светящаяся фигня у вас на руках? Вы что, призраки? Никогда не дрался с призраками. Он же знает, С штуками как-то дрался. Но, знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете? Понимаю. Наверное.
Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно, поохочусь на привидений как-нибудь потом. А я думал, сейчас будет Ghostbusters. Шо, подкрепа? Хрена он крутой зашел такой, типа, жонглирует этой штукой. Ого, слушай, это сильно. О. Короче, все, давай. Блин, больно делаешь. Мы не отступим. Зарядка на славу. Такая себе зарядка. Шо, Мэри... А, с папкой сбежали, челы. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Блин, минус папка. Мэри, наверное, разочарована этим всем. Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы Расскажите, видели. Расскажите. Вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... Я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. Хм. Эй, ты как? Нормально, но они заворали папку. Извини, я принесу... Ее тебе ужин у Мика? Что, 6 месяцев не было? Ля, красиво он закинул удочку. Ужин у Мика? Хорошо, скоро буду. Правильно, надо брать быка за рога. Одобряю. В целом, прикольно. Без понятия, но я рад, что он еще готовит фри. Точно. Фри. Лучшее в городе. Для у них дешманский такой ужин. Картошка фри по лимонадику. В общем, Робби только что прислал мне сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так. Жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. А ты? Как будто за этим стоит что-то большее. Хм, вот у нее чуть лучше, чем у тебя, паучок. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Нет, но мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что Воскорб тебя мигом возьмут? Один звонок Гарри и... Знаю, но доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Ля, красава. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ой, началось это вот это. Поужинать как друзья. Друзья. Как друзья, да. Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. У нас чемодан прошлого. Ой, и что? Верно, но... Что в этом плохого? В чемодане же может быть и хорошее, например, деньги, или ключи, или клубничный бальзам? Вот клубничный бальзам – прикольная тема. Ты помнишь, почему мы расстались? Почему? Это вопрос с подвохом, да? С подвохой. Вот поэтому, Спасибо, наверное, расстались. Сильный. Поговорим потом. Иди. Она соскучилась. Но при этом она не забыла ничего. Ну, типичные отношения. Рад видеть вас снова вместе.
Вы двое мне всегда. Господи, и тут есть эти отсылки. Стэн Ли, как я по тебе скучал. Господи, я сейчас разревусь тут. Блин, я теперь начинаю понимать, чем эта игра понравилась фанатам. Она именно так заходит фанатам. Она такая атмосферная, душевная. Ну-ка, себя надо чуть подвинуть. А, не падай, паучок. Так, а куда я пошел? Плюс привет, уровень. Это я. Что там с теми, кто идет по третий? Наш друг Герман Шульц снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже, он не справился. Не страшно. Герман просто... Блин, далеко. К ночи загоню его в Райкер. Далековато. Я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. Есть такое. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Он сейчас за воздух уцепился паутиной. Ну ладно, я чё к этому цепляюсь. Зато это круто выглядит. Вот, сейчас вот, оп, за что? Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против, но если снова нагрянет комиссия по грантам... Не волнуйтесь, Дорс. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его паству? Я тебя умоляю. Те, кто вершит великие дела, не дают таким судам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, Док. Пока. Да, да, соглы. И как раз такие шуты любят кичиться своими заслугами. Это можно было наблюдать по его интервью. Там вы лауреат такой-то. Дважды. И про книгу скажи. Вот это вот. А, бля, уебался. Если бы они еще фото сделали, ну, не таким. Возможно, сделать фотки быстро. Чувак, это шикарный товар, поверь. Что там, наркотики? Что вы там, ребята, кайфуете? После ареста Фиска рынок наркотиков вырос. Пора их избавить. А, парни! Парни! Можно и по-другому не платить. Сейчас будет больно. Да я же делал это самое. Готовься звать помощь, на помощь! Да он же только что был в другом месте. Надо чела с этой, с монтировкой вырубить. Как ты паутиной его ударил? Ты шо, рофлишь? Какой слабак? Почему вообще здоровый чел сильнее Человека-паука? Я не понимаю. Все. I ended clear. Выбивать дурь из торговцев дурью. Неплохо. Надо уйти до приезда. Чего? А, это он потому говорил. А почему он прекратил говорить? Ну ладно, хрен с ним, прекратил и прекратил. Я уже рядом? Что там? Да, мужик. На месте? Коп-паук на месте. Что тут у нас? О, шокеры, правда. Здорово. Эй, Герман. Герман. Серьезно? А он так по улицам, типа, давай, путешествует? Ты это уже говорил. Я тебе не враг, но ты меня притормозишь. Какой ты чуткий. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать! Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь.
А, я забыл! Души-то у тебя нет? Почему у него нет души? Ну, ты что такие говоришь? Хотя бы говори вещи. Со мной, так будет интересней. Чего он такой быстрый, кстати? Я реально его сейчас с трудом догоняю. Что? Ты отзываешься только на Шокера? Мистер Шокер! Давай-давай, догнать надо его. Это гонка, что ли? Он улицы сейчас все разломает. На, поймал. Поговорим. Здорово. Я сказал, ну, конечно. Я его останавливаю. Поговорим? А он мне, нет, не будем. Герман, а зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат, но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи, и значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай. Да пора, наверное, выбивать из него уже, а не пиздеть с ним. Быстрей, быстрей! А, и он еще и атакует меня. А нельзя ускориться, алло? Серьезно, он так от меня легко уходит? Нет, туда наверх идти нет смысла, а вот обойти здание будет правильным. Блин, как-то я очень медленно двигаюсь, если честно. Вот так вот нормально. Вернулся хоть я? Вроде нажал у ворот, урон не получил. Но что-то не помню я, чтобы я... Да я же нажал! А-а-а! Видать, надо прям, ну... Не просто нажать, а... Нормально нажать, так скажем. Ну, вот сейчас нормально нажал вроде. Фу, куда я? Мне бы не упустить его, реально. Вернулся нормально. Давай ускоряйся уже, Питер. Да. О, камон. Это прям реально сложно догнать его. Он вообще не попал по мне. Он вроде нормально разогнался. Вот-вот-вот, давай-давай-давай-давай. Блять, ясно. Врезался. Вот нормально. Давай-давай, чуть-чуть. Да, на, здорово, петушара. Сейчас будет больно. Грубо говоря, завязаешь перчатки, сделаешь себе больно. Но костюм у тебя классный. Может позже. Не хочет он обсуждать. Костюм и правда крутой. Я, кстати, соскучился по Шокеру с мультиков. О его мотивах. Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Ну, такая себе приятная вещь, если честно. Так, новое побочное задание. У меня появилось свободное время. Может заняться той маской поподробнее? О, это МЖ. Новый уровень? Mm. Привет, МЖ. Салам алейкум. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Да. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен?
Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история, и я намерена ее раскопать. Ну, да. Так значит, я могу звонить в любое время? Да, время, повод, неважно. Значит, мы снова общаемся. Классно. Так, я там уровень могу прокачать. Хотелось до конца этот диалог дослушать. Костюмы новые. Серьезно? О, теперь я могу... Ну-ка, уберем пока меня из кадра. Так, а как вернуть себя в кадр? А что, ты далеко себя убрал? А куда я себя убрал? Ну твою мать, я убрал себя слишком далеко. Во, все, вернул. Чуть-чуть уберем просто в сторону, вот так, все. Найс. Короче, новый костюм. Арт-технология, генерирующая ложные голограммы перед тем, как исчезнуть, оглушает врагов. Костюм «Багровый паук». А я думал, это вот этот «Багровый паук». А, это этот из фильма, который понял. Жалко, что вот у этих костюмов нет функции. Но они так, чисто по фану. Ну-ка, это что? Костюм, получая броня МК-2. Бронепластины с магнитной поляризацией, дающие временную защиту от любых пуль. Научные жетоны. Нужны два научных жетона. Ну-ка, это что? Костюм «Тайная война». Усиленный электромагнитный импульс, оглушающий врагов и выводящий их оружие из строя. Нужны научные жетоны для этих костюмов. Тревожные враги лишаются возможности звать подмогу. Блин, прикольные есть костюмы, но я не скажу, что какой-то из этих мне прям дико понравился. Есть прикольненькие, конечно. Но вот этот вот синий паук сзади такой сел на этом костюме. Пока что меня вот этот устраивает относительно. Хотя вот, например, вот этот... Ля, какой четненький. А вот этот... Охренеть. Может, я буду белым пауком? Костюм невидимки. Этот, конечно, старый такой костюмчик. Вот этот явно поинтереснее будет. Мне так кажется. Да? Ну, функцию-то можно у того костюма взять, а катать в каком-то из этих. Обновленный костюм. Тоже прикольный, ну ладно. Я просто думаю, может что-то надеть другое или как? Future Foundation. Гаджеты. А, эжекторы паутины, понятное дело. Ускоренное восстановление боезапаса. Можно использовать жетоны... О, возьмем-ка, мне нравится это. Здесь можно что, увеличение максимального боезапаса. Ага, навыки. Можно вкачать что-то еще. Расплата. Нажмите после идеального уклонения от врага с винтовкой или пистолетом, чтобы мгновенно нокаутировать его. Хм. При запасе здоровья менее половины, атаки быстрее приносят концентрацию. Находясь в воздухе или отскочив от врага, нажмите... Ага, чтобы нанести мощный удар по земле. Ну, тут этот захват мне не очень нравится. Ну-ка, взять, может, удар с раскачкой.
А здесь что? Ладно, я качну, короче, паутину. И вот это, везде по одному. Вот так вот сделаю пока. А потом я посмотрю, в каком направлении мне стоит пойти. Скрищ. Ля, теперь я белый паук. Future Foundation называется. Ля, круто. Отказаться от подписки на передачу только факты с GM Джона и Джеймсона можно в разделе «Звук». Меню «Настройка». Вам стоит научиться управлять им. Это вредно для здоровья. Знаю, что она переживает за меня. Но это всего лишь обычное заблуждение, которое я сейчас развею. Во мне нет гнева. Я полон любви. Я говорю о несправедливости, коррупции и преступлениях против человечности, потому что люблю этот город. И хочу, чтобы он стал лучше. Что вы слышите в моем голосе? Это любовь. Только чертова любовь! Чертова любовь! Ну понял тебя, Джей Джона. Так же его называют вроде. Так, можно забрать рюкзачок? Всем постам, незаконное вторжение. Происшествие на севере Чайнатауна. Что там у нас? Я поймал улетевший шарик этого мальчишки, а он сделал мне это. Такие вещи помогают мне не останавливаться. Блин, круто. Ничего не скажешь, конечно. Мягкий паучок! Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я... Прикольно, ничего не скажешь. Модификация костюма. О, можно модификации сюда. Атаки гаджетов повышают концентрацию. Уменьшение получаемого урона в рукопашный. Уменьшение получаемого урона от пуль. Ну, вот это хочу, полюбасу. Сюда надо тоже что-то поставить. Уменьшение урона. И здесь еще уменьшение урона от пуль. Во, вот так сделаем. Все, я доволен. А что там было? Надо пойти спасти. Я еще успеваю? В принципе, я сейчас настроил, наконец-то, свой костюм. Не похоже, что эти парни просто потеряли ключи от дома. Вряд ли вы чините замок. Блин, да он у них автонаводка, нечестно. Да я же нажимал у ворота. Оу, как больно. Пау. Теперь вот тому вкинем. Сейчас всё? Вы отправитесь в тюрьму. И у меня плохие новости. Там тоже найс. Жетон преступления, нормально. Короче, есть смысл вообще в этом всем. Ну, вот это из. Делать эти все штуки для того, чтобы прокачиваться. Это круто, я считаю. Так, ладно. Надо, наверное, на сюжетную миссию еще успеть. Ай, не врезайся только. Там еще преступление. Ну, давайте мы будем все-таки как-то комбинировать. Не все подряд делать. Опа. Уже почти утро. Мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. Перекусить? Ну давай перекусим. Себя я вернул, а то вы, наверное, уже забыли про меня. А я тут... Ля хавает. Надо вот так сделать. Скриншотик. Чтоб был потом. Ля, я тоже так, когда студентом был, хавал. Ну, Питер Паркер, походу, всю жизнь студент. Обычно в это время мистер Ли у себя. Но мистер Ли нет. Может, мистер Ли как-то замешан в этом? И вселенная даст это тебе?
Ну, як скажешь. Ну-ка, а можно мне как-то... сейчас, секундочку, я просто смотрю. Может быть, мне стоит... вот это сделать. Фильтр масштаб... нет, не то. Трансформировать. Но это и так у меня сделано, растянуть на весь экран. Не то, что ли, я делаю что-то? Просто думаю, может, вот так вот мне сделать? Чуть-чуть выровнять, так сказать. Чтоб краешков этих не было, чертовых. А то они мне не очень нравятся. Они не вы есть. А. Вот так вот их нет. Ну, посмотрим, как будет. Пока что, мне кажется, так даже лучше. Без всяких левых краешков. А то там черные края были. И они, кстати, являются почему-то, ну... типа нормальной темой. Типа так и должно быть. Что это он там делает? Питер. Питер. Чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Ха, жиза. Что ж, показывай. Любопытно. Любопытно. Где она нашла? Я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Китайская опера? Я их не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Демон? А что значит? Мой ну там, папа, тот чел тоже был демоном. Про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она может быть связана с опасными людьми. А вот это уже он откуда знает? Начинайте другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? По-моему, знание про мифологию еще окей, а вот знание про опасных символ людей... внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался, никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Я тоже так Нет, думаю. Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. А, понятно. Демоны, значит, хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Звучит, как я сажусь за реферат. Так, ну значит, мы узнали все про эту маску? Ну как все? Чуть-чуть узнали. Че, уже утро на улице? Ля. А шо у него по центру? Что-то мне не очень нравится, как выглядит в этом костюме. Это шо такое? Шо это? Вот сейчас я уголковую камеру покажу. Ну, ладно. Ля. Я хочу посмотреть... Мне не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Ясно, нельзя посмотреть. Так, ладно, давайте вернем костюм, наверное, назад. Я так думаю, не стоит мне в этом гонять. Что тут за приемы? Бросок на паутине. Бросок врага... чего? Опутанного паутиной или пораженного электрическим током. Брошенные враги прилипают к стенам. А, типа, опутываем паутиной, а потом можно его швырять. Ну, понял. Так, чё, побочное задание поделать или как? Вон какое-то побочное задание. Посмотрим на него. Побочное я еще вроде не делал.
Интересно, они же не сюжетные получаются? Ну как бы, но насколько они побочные? Это как филлер в аниме или... Это по типу... Блин, что-то как-то хреново, я летаю на паутине. О, всего лишь расследование Мэри Джейн. Не волнуйся, я скажу ей быть осторожной. Прошу, скажи, что вы снова вместе. Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Ты ему... Ой. Он восхищен твоим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умны. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс, Мэй. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Давай, давай, пока. Человек-паук, частный детектив. Что это? Похоже на прям дополнительное задание, что ли? Серьезно? То есть... А, ну ладно. Не, ну если есть такие доп. Задания, ну, это круто. Кармен, не со мной, с моим мужем, Родриго. Он странно себя ведет, и я узнала, что он встречается с женщиной. О, нет. В вопросах семейных отношений я вам не советчик. Да нет же. Мне кажется, она из дурной компании. Родриго грозит опасность. Он напуган, но мне ничего не говорит. Ладно, посмотрим. Когда у них следующая встреча? Сегодня вечером. У клиники в Гринвиче. Ладно. Не волнуйтесь, Кармен. Я выясню, в чем там дело. Кармен, Родриго, ляво, что я вписался. Клиника рядом. Кармен прислала мне фотку Родриго. Попробуем его найти. Вот так надо. О, новый снимок. О, новый снимок. Так, ну пойдемте посмотрим за этим Родриго. Что там за Родриго? Так, слушай, а тут где-то вышка была. Мне кажется, мне надо... К этим вышкам обязательно подходить, потому как они мне... А, я покидаю район задания. Понял, ладно. Короче, это после надо делать. В любом случае, когда приходишь в новый район, походу надо первым делом эти вышки захватывать. Они открывают карту. Потому что у меня сейчас карта вообще ни хрена нет. Мне нужен фотоаппарат. Убрать его. Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Только попробуй что-нибудь утаить. С чего бы это? Если эта картинка всплывет... Плохой ракурс. Надо встать напротив. Только отдавай мне чертежи. Прекрасно. Есть. Ну ладно. И помни, если кому скажешь, я опубликую снимок. Хм. Надо, наверное, проследить за ней. Чертежи? Все серьезнее, чем я думал. Надо тогда проследить за этой шантажисткой. Кармен, сейчас скину вам фото. Вы знаете эту женщину? Нет. Детектив. Паук. Похоже, она его шантажирует. Она упомянула какие-то чертежи. Муж работает охранником казино в Атлантик-Сити. Может, она планирует ограбление, но мне нужно собрать больше улик. Если что, обращайся. Хорошо, я посмотрю, куда она повезет чертежи. До скорого. В принципе, участвуя в погоне, ну вот сейчас я в погоне же как бы слежу. Точнее, не погоня, это, ну, слежка, короче. Я слегка в паутине учусь лучше разбираться. Так, ну я проследил. Еще одна жертва или соучастник? Нужно сделать фото. Я не вижу точек с хорошим обзором. Придется приклеиться к эстакаде. А, блин, к эстакаде. Походу, я впалился. Ну, блин, как я мог? Еще одна жертва или соучастник? Нужно сделать фото.
Я не вижу точек с хорошим обзором. Придется приклеиться к эстакаде. А раньше так не работало. Есть. Родриго всегда был крепкий. Босс обрадуется. Дай-ка посмотри. А, я могу так спускаться. Блин, круто. Это я понимаю. Мне пора на поезд. Не хочу заставлять его ждать. Сегодня мы сорвем большой куш. Это точно. Сколько людей тут замешано? Надо проследить за ним. Где он хочет сойти? Надо подрубиться к системе метро, узнать маршрут следования. А, то есть вот так вот это? Я думал, мне за ним надо в метро. Кармен, она встретилась под эстакадой с каким-то типом. Он вроде знает вашего мужа. Высылаю вам фото. Это Дишон, его лучший друг из колледжа. Пару лет назад его посадили за грабеж. Чертежи казино и бывший. Вот тебе лучший друг. Не лучшее сочетание. Надо выяснить, кто еще в этом замешан. Для налета на казино им потребуется еще хотя бы водитель или взломщик. Я люблю фильмы про ограбление. Да-да-да. Какая помню. Опытная. Если что выясню, дам вам знать. Я люблю фильмы про ограбление. Подозрительное. О, слушай, тут прям метро так пока. Блин, круто в городе сделано это метро. Я как человек, где не то что метро нет в городе, даже слива нет в Саратове, это сори. Для меня это прям... Приехали. Вау. Надо встать возле выхода из метро и дождаться, пока он выйдет. А если он не выйдет? Хреновый детектив получается ты. Не выходит. Ля детектив получается. Он идет в офисное здание. И чё у меня? Он наверх полез? Я принёс, босс. Хорошо. Расписание на мониторе. Я выписал на доске кандидатов. Пометь их позиции на карте. Надо с другой стороны. Это ребенок моего брата. Он надежен. И этот вопрос закрыт. Он уже поехал по кругу. Охренеть. Мы уже опаздываем. Ромка, ты шо, бандос? Ля, можно на них прям полностью компромат собрать. Вполне хватит. Осталось задержать машину. Нужно догнать. Да догоним, хотя с шокером проблемы были у меня в плане скорости, но тут, думаю, не будет. Короче, понял, как скорость набирать. Так, минус один, правильно? Минус два. Минус три. Да ну нет, ну блин, как это сделать? Я хз. Так, одна машина вроде остановлена. А, или вы вышли? Что-то слегка забагалась у меня игра.
все? Обожаю срывать планы. Кармен, дружбан вашего мужа и его шайка не поедут в славный город Атлантик-Сити. Спасибо. Я поговорила с Родриго. На том снимке он за рулем в ту ночь, когда Дишон провернул ограбление. Но Родриго не знал. Думал, просто подвозит друга. У меня есть знакомая в полиции. Она ему поможет. Особенно, если он даст показания против шантажистов. Даст. Даст. Скажу ему, что бояться надо меня, а не Дишона. Спасибо, паук. Ля. Человек-паук, частный детектив. 1500 опыта. Красиво. А что за загрузка? А, меня выводят из режима этой миссии, типа. Блин, ну побочные задания не сказать, конечно, уступают сюжетным, но видно, что это, ну, не просто остановить ограбление какое-то. Это Алло. Круто. Питер, это доктор Октавиус. Привет, как дела? Здорово. Капрал Декситер пришел на примерку. Я совсем забыл. В смысле, не то чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания все регулярнее. Хватит уже, Паркер. Давай, соберись. Давай, соберись, Паркер. Он прав. Как я мог забыть о времени? Черт. Черт. Так, ну, гайс, на этом я сегодня заканчиваю. На следующее... Мы уже прибудем в следующий раз. На следующую миссию, в смысле. Ля, тут шо, стройка этого мистера Писка? Можно будет на них напасть. Ладно, гайс, сохраняемся. И заканчиваем на этом. А могли не слышать? Вот здесь сохраняем. Сохранить тайник Писка. Тайник Писка. Я что, не перезаписал или перезаписал? Да, перезаписать, давай. Фу, ну блин, прикольный сегодня сюжет был, между прочим, прям реально топовый. Не понравилась беседа с тетей Мэй, с Мэри Джейн. Ужасные демонические лица. Вот еще один пример замаскированных преступников, порожденных появлением Человека-паука. А вы как думаете? Вы в эфире с Джейм Джоном Джеймсоном. Ага, я вас понял, но Человек-паук сегодня задержал этих парней. И вот таким же, только потому, что он тоже в маске, нечестно. Это типа предубеждение. Неверно. Вот вам маленький урок словесности, друг мой. Предубеждение — это суждение о ком-то, вынесенное еще до знакомства с его личностью. А я знаю о Человеке-пауке все, что нужно. Он носится вокруг, порождая хаос. С помощью маски он избегает ответственности, а простым костюмом привлекает внимание, чтобы удовлетворить свое гигантское эго. И что бы я начал делать, если бы был психически неуравновешен и увидел, как ему все сходит с рук? Это называется подражание, люди. И это разрушает Нью-Йорк. Ну не поспоришь, что? Чё с тупыми спорить? Ладно, гайс, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем до скорых встреч в других видео. Пока.